Так, всем привет. Это очередная посылочка, она немножко сопровождается тут техникой. Тут Powerbank находится. Вот такой же должен быть, по сути, Powerbank, но цвет не имеет значения. В общем, сейчас хочу открыть его на видео, сразу проверить, если что, продавцу претензии предъявить, что не работает мой Powerbank. Так, да-да-да, такой же, как мы видим. Но. А где же ты открываешься? А, вот, посерединке. Очень жаль, что без аккумуляторов, но ничего страшного. Так, сразу косяк, смотрите. Ладно, допустим, схему можно вставить. Ну, это ж косяк, правильно? Так, вставляем аккумулятор. У меня есть два аккумулятора, точнее, у меня их много, но вставлю я два. Раз. Еще, кстати, в этих пауэрбанках нет защиты, если вы неправильно вставили. Они сразу дымятся. Короче, вот тут все дымится. У меня уже один так сгорел. Ночью вставлял. Так, значит, так. Берем проводок. Вставляем в Powerbank. Смотрим на зарядку. Зарядка идет. Далее, смартфон. Да, зарядка идет. Чтобы не перепутать, убираем. Теперь, что я хотел проверить? А, на нагрузку. А я забыл модуль взять. Хотел его проверить. Во-первых, заряжается ли он. Да, давайте сразу проверим. У меня там оно. Такие проводки. Идет ли зарядка этого пауэрбанка? Горит он красненьким, а потом синеньким. Да, сейчас заряжается 0,5 миллиамперами. Да. О, а тут красивенько. Не то, что в моих. Какие-то у меня были корявые пауэрбанки. Так, сейчас проверим, каким током он может разряжаться. 2 ампера потянет, не потянет. 1 ампер. Здесь показывают 0,87. Ну, допустим, переключаю на 2. Показывает 1,25. При 3,7 вольтах. 1,25. Да. Короче, рабочий Powerbank. Очень полезная фишка. Во-первых, заряжать гаджеты. Вот свой смартфон от таких аккумуляторов я заряжаю 1,5 раза. А второе применение — это самодельная вот такая колонка. 2 недели без подзарядки тут стоит одна батарейка всего лишь. Вот. В общем, короче, всем спасибо за просмотр. Кому нужны пауэрбанки, обращайтесь. Есть хорошие аккумуляторы к ним, чтобы вы не купили китайские пауэрбанки, а там на пол зарядки смартфона или телефона вообще. Всем спасибо, подписывайтесь, пока.